Я думаю, нам не надо знакомиться друг с другом, не надо говорить о наших возможностях и возможностях Венесуэлы в нашем сотрудничестве. Мы знаем друг друга давно и немало сделали в свое время для интенсификации нашего взаимодействия. В силу определенных внешних, прежде всего, причин, у нас была какая-то пауза во взаимодействии. Чувствую, что нам нужно подвергнуть ревизии все те направления и вопросы сотрудничества, которые мы определяли еще со времен Уго Чавеса.